Так, ну что, 8 марта у нас пикник. А у нас гуляночка. Най-на-ни-на-ни-на-ни-на-ни-на-ра. Ще наймела Україна. Най-на-ни-на-ни-на-на. Зила, это какая шпината нарвала. Ну что вы? Хроника каши. Вот сидит наш единственный мужчина. Я ему уже говорила, что он будет сегодня использован по полной программе. И оставлен. У нас 8 марта. Близко. Дальше не будем продолжать. Да. Вот мы едем, это еще мы только... Мужчине открыть нам бутылку шампанского. Это мы еще на полпути. Вот такая красота. Я даже под шампанское кушерчик. Ну ты вообще у нас ты отличница, Ленусь. Мы знаем это. Мы сначала вот так вот ставим, шампанское поставим, я сфотографирую. Мы же сфотографировали. Еще не ноли, а мы уже фотографируем. Ну а что нам надо взять? Со стакана. Ну а что я заду бутылку шампанского? Да, ну самое такое. Нет, ну на фоне тогда природы. Да, надо вот сюда. Переместись, вот и палка. Итак, девушки. Лен, палка портит. Палка никогда ничего не портит. Разумно. Сейчас, я вот тут засниму. Нет, так, давай. Смотрите, глаза на толстые. Я на камеру девчата снимаю сейчас. Девочки, на меня смотрим, Ленуся. Нет, наверное, хочется сесть на камешек. Ну иди садись. Весь творческий процесс я заснимаю. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно счастье. Фотка. Фотка. Камера идет, камера. Нет, а если не камера? Если сейчас отдельно будет. Отдельно будет. Вот оно. И вот оно. Вот он, вот он. Мужчина. Ой, посмотрите, дорогие друзья, какими красотами я имею счастье любоваться. Ну и вы со мной. Отлично.
Птички, да. 8 марта 2020 года. Такой чудесный день. Такой чудесный пень. Такой чудесный я. И песенка моя. Это, друзья, цветущий миндаль и вдалеке снежные вершины. И петушок тут запел нам. Ага. Такая горная деревушка здесь. Ну вот мы приехали на этот великолепный водопад, высоко в горах. До лица необыкновенно приятное впечатление свежести, какой-то насыщенности, музыки вот этой падающей воды. Игра красок, ну просто прекрасная.